Привет, меня зовут Саша Гаврилюк, я CEO команды Growth Factory. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик для того, чтобы к вам приходили уведомления о новой полезной порции новостей в сервисном IT-бизнесе. Итак, в этом видео я вам расскажу о том, что такое профессиональная комьюнити IT-предпринимателей, что оно делает, какую пользу дает и как, собственно, вступить в этот клуб. В рамках проекта Growth Factory у нас есть сообщество по подписке Growth Factory Academy. Сейчас у нас 250 участников. Это собственники сервисных IT-компаний, собственники сложившихся бизнесов, которые объединились для того, чтобы вместе расти и черпать знания из источников, которым они доверяют. Соответственно, у нас есть много-много всяких инструментов. На самом деле, можно сравнить это с таким взрослым то ли MBA, то ли Диснейлендом, потому что очень много разных веток коммуникации, разных видов взаимодействия. Я постараюсь в этом коротком видео кратко вам рассказать. Если вам интересен клуб, идите в первый комментарий, там будет висеть ссылка, изучайте лендинг и просто назначьте звонок с нашим менеджером для того, чтобы она могла вам провести индивидуальную экскурсию. Итак, в клубе у нас есть регулярные занятия, как правило, это порядка 6 живых групповых занятий в месяц, которые проходят по определенным тематикам, по определенным сезонам. Да? Соответственно, в клубе есть сезональность. Например, осенью это сезон продаж, мы качаем продажи, мы качаем питчи, у нас есть менторы англоязычные, русскоязычные, разные, которые работают с вами над улучшением ваших продаж. Зимой мы посвящаем время стратегии, весной мы посвящаем время теме HR, рекрутмента, работы с людьми, взращиванию лидеров. И летом мы плотно-плотно занимаемся маркетингом и стратегическим позиционированием. Да? Соответственно, в эти месяцы, которые посвящены той или иной теме, у нас есть канва, программа групповых занятий. Параллельно у вас есть доступ к менторам. Это порядка 12 узкопрофильных профессионалов, которые доступны вам для индивидуального общения в любое, в принципе, время. Есть платформа, где вы просто в два клика бронируете ваше время, которое удобно вам, и есть доступны у ментора, и назначаете встречу. Также у нас есть мини-группы, мы их называем трайбами, потому что это племена. У нас есть племена предпринимателей, которые объединены на текущий момент по принципу одинаковости по размерам хедкаунта. В бизнес-модели сервисного IT хедкаунт – это важный показатель, количество людей в вашей компании. Соответственно, как правило, компании определенного размера проживают одновременно одинаковые проблемы. Мы их объединяем для того, чтобы они созванивались на групповые звонки, они работают вместе, они поддерживают друг друга. То есть из всех 250 человек у вас есть небольшое количество, порядка там 15 друзей близких, с которыми вы общаетесь более плотно в своем трайбе, в своем племени, разбираете ваши кейсы, проблемы, делитесь и решаете их вместе. Также мы стараемся делать офлайн-ивенты, то есть встречаться вживую. Это не частые мероприятия, но как минимум два раза в год мы делаем большой-большой съезд клуба. И, как правило, это происходит зимой в горах, летом где-нибудь возле моря или в зеленой зоне, для того, чтобы мы посвятили уикенд, как правило, это пятница, суббота, воскресенье. Вместе приезжают наши менторы, мы общаемся, работаем на мастер-классах, это очень весело, ярко, зажигает, в общем, проходит очень-очень круто. И иногда мы также организовываем встречи нашего сообщества офлайн, где вы можете пообщаться вживую, познакомиться, возможно, придумать совместный проект или после этого обмениваться какими-то контактами и рабочим взаимодействием. Итак, если говорить о Growth Factory Academy, это прежде всего ваше племя предпринимателей, которое доступно для вас, которое ждет, чтобы расти вместе. Да, это место, где уютно, это место, где вас верят, это место, где вам никогда не скажут «ты не сможешь», это место, где вас поддержат ваши соратники, такие же собственники сервисных IT-компаний, как и вы. Также это место, где есть профессиональный контент, есть огромная библиотека, есть менторы, которые доступны для индивидуальных сессий, и есть наши веселые и крутые офлайны.
Увидимся в клубе. Для того, чтобы попасть в клуб, вам нужно просто заполнить форму на странице в первом комментарии. С вами свяжется наш менеджер и ответит на все ваши вопросы. И по ежемесячной подписке вы можете находиться в нашем клубе Growth Factory Academy. До встречи. Пока-пока.